Всем привет! Продолжаем играть в Wild True Learn. По-разному можно говорить. Запустил игру. Пришли какие-то обновления. И игра мне сказала о том, что игра находится в раннем доступе. Поэтому они что-то могут сломать. Вот. Но, надеюсь, ничего не сломали. Так, что такое DLL? Здесь вы можете создать свой собственный блок. Ага. Ничего себе. Короче, тут можно свои блоки создавать. Давайте попробуем. Так, в прошлый раз. Мы вот на вот этом остановились. Блин, а где информация? Что тут сделать надо? Дерево. А, вот, письмо. Да, грузоперевозки, надо улучшить сервис. Да. Это хорошо. Здесь потребуется высокая точность сортировки. Возьмете? Ну, конечно же возьмем. Куда нам деваться? Хотя, в принципе, по дереву могли пойти дальше. Итак. Делаем. Как работает вот эта штука, кстати? В прошлый раз не до конца было понятно, но вот сейчас попробуем. Смотрите, это решающее дерево. То есть там написано, если цвет элемента совпадает только с одним из выходов, то он отправляется в него. Если элемент не совпадает ни с одним или удовлетворяет обоим условиям, то выбирается случайный выход. И этот блок сравнивает цвет сокетов с цветом элемента и выбирает сокет с меньшей ошибкой. Ну, получается, давайте вот тут зеленый, нам же надо зеленые и красные собирать. Так, теперь посмотрим, как оно работает. Ну, протестируем, да, перед тем, как делать что-то дальше. Ой, запускаем. Смотрим, зеленые уходят. И они идут сюда. Красный, синий. Короче, здесь, видите, синие либо сюда уходят, либо сюда. То есть у каждого блока есть, я так понимаю, какой-то коэффициент ошибок. Вот. Но в данном случае синий ни сюда, ни сюда не попадает, поэтому было сказано, что выбирается случайный выход. Случайный. Поэтому вот сюда, ну, в принципе, зеленого у нас здесь, ни одного зеленого не было, только зеленый и синий. Значит, как нам сделать? Зеленые все уходили сюда, так. Значит, сделаем сюда еще решающее дерево, и вот сюда. Потом тут у нас будет зеленый, тут синий, а тут красный, тут синий. И синее мы будем удалять, вот так вот. Зеленый сюда. И после этого давайте куда-то сюда корзину, да? Теперь нам надо как-то вот тут разрулить, потому что здесь красно-зеленый, зеленый, красно-зеленый. Ну. Попробуем вот так вот. Чтобы случайно выбиралось, куда отправлять. И. Перенаправляем сюда, а здесь давайте сюда и сюда. Не, надо же еще сюда зеленый перенаправлять. Как быть? Наверное, сделаю еще вот так. Тут выберем зеленый. И этот сюда направим, а эти вот сюда. Теперь надо красное куда-то перенаправлять.
Ну, тут по аналогии, вот решающее дерево. На вход уже будет идти красный, поэтому либо сюда пусть случайным образом, либо сюда. Ну, давайте попробуем запустить. Итак, зеленые уходят сюда. Опачки, я не то сделал. Я сделал ошибку. Красный же должен вот сюда направляться. Потому что сюда и синий, и красный могут идти. Соответственно, все. Давайте заново. Так, понесло. Зеленые. Зеленые, красные. Так, сейчас синий должен удалиться пакет. Да, все верно. И нам надо это все заполнить за это время. Что-то мы не успеваем, походу, как-то то ли медленно работает. Ну давайте, время идет. Но ошибок нету. Как мы видим, зеленые в зеленые идут, красные в красные. Блин, походу не успеем. 6, 4, 3. Ой-о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 й. Три блока не доложили. Блин, а что тут не так? Так, еще раз. Получается, сюда не доложили, а тут вроде переложили. Поэтому давайте. А хотя оно случайным образом выбирается. Не знаю. Попробуем вот так вот. Так, ускорим это дело. Итак, что у нас тут? Тут вообще пусто почти. Ага. А у нас быстрее вот это наполняется. То есть. Уже заполнилось. Блин, если бы еще было какое-то условие, если вот эта ерунда заполнилась. Опачки! Как, успели? Да, смотрите, вот это переполнилось, но нормально. Круто. Релизимся. Больше не показывать, принять. Ну, в принципе, так. Вроде бы интересная игрушка. Но, так как она в раннем доступе, я так понимаю, здесь еще много чего добавится. Поэтому... Это обнадеживает. Так, следующий проект. Угу, принять. Смотрите, версия 0, 2, 34, 14, 98. Ой, это обычно, когда уже полностью есть реализация всего, что было задумано, хоть в каком-то варианте. Обычно там 1.0 и дальше пошло там. А тут еще до полной реализации еще далеко. Так, сколько... стартапы какие-то, DLL-ки. Давайте, наверное, еще в дерево. Я, наверное, еще вот этот видос допилю, доиграем, а потом, наверное, все. Хотя не знаю, что тут психология толпы. Не открывается. Наверное, надо куриный побег решить. Чтобы решить куриный побег, надо истоки иллюминатов. Так, я добрый день, я изучаю древние рукописи и книги, чтобы найти самое начало и правду о тайном обществе иллюминатов. Нам нужно найти все треугольники в этих документах, чтобы решить загадку. Сможем ли мы это сделать с помощью вашей программы? Ну, конечно, сможем. О, новый блок. Shift какой-то, блин. Этот блок сравнивает формы. Если форма элемента совпадает с выбранной формой, элемент идет в верхний сокет. Остальное идет в нижний сокет. Хорошо. Shift. Scale Invariant Future Transform. Один из самых мощных нейросетевых методов распознавания изображений. Shift очень быстр и может распознавать простые объекты и шаблоны. Ссылочка на YouTube и куда-то еще. Ну, и чё?
А ничего, нам надо треугольник выбрать. И вот сюда. Я понял, это просто знакомство с новым блоком. Ну, запускаем. Понеслось. Ну, все нормально. А в чем разница между цветом тогда? То же самое по факту. А, ну это типа ж обучение машинному обучению или что-нибудь. То есть это вот терминов какие там есть. Скорее всего. Да, ну я не знал про этот термин SIFT. Теперь знаю. Ну видите, вот не зря. Не зря. Купил эту игрушку и уже вот что-то узнал. Ну, через пару дней я забуду это, конечно же. Ну, это такое. Так, ну релиз бы можно было бы как-то и ускорить. Есть. Следующий проект. Теперь куриный побег. Так, не, хотя, может быть, я еще пару видосов сделаю. Смотрите, интересно, тут какое-то распознавание почерка. Текста. Так, ладно, куриный побег. Привет, меня зовут Сара, я владею небольшой технологической фермой. Мы улучшаем наши процессы с помощью новых технологий. Магазинам нужны поставки яиц разных категорий, но ручная сортировка занимает много времени. Поэтому мы решили автоматизировать этот процесс. У нас есть все характеристики, с помощью которых мы определяем категорию яйца. От вас нужен алгоритм, который может сделать это без участия человека, сохраняя точность. Ух ты! Стартапы. Что-то я не... Письмо от родителей. Мы помним, что ты говорил, но скоро твой день рождения, так что возьми эти деньги и купи себе что-нибудь вкусное. О-о-о! Не забудь надеть шапку, ведь на улице холодно. Thank you very much. Так, открыть. Ну, давайте. Добрый день, мы вас в секретный хакерский стартап. Мы пишем читы и прохождение к играм. Но сейчас мы бы хотели сделать кое-что очень крутое. Нам нужна программа, которая будет проходить арканоид вместо игрока. Мы знаем, что вы разбираетесь в машинном обучении. Так что... Да чё? Чё, присоединиться... Да. Деньги тут только на кота тратить, поэтому подождет кот с деньгами. Так, но у стартапа нет решения. Как это? Схема стартапа может работать лучше или хуже. А, и ваша прибыль будет зависеть от качества этой схемы. Я понял. Я понял. Так, ладно, хорошо. И чё? Зеленый, ой, красный и синий. Да, как два пальца. Красный сюда. А синий сюда. А, не, нифига. А зеленый там еще будет на вход идти. Я понял. Значит. Вот так вот. Тут зеленый. А тут... синий, а тут зеленый. Итак, синий сюда, красный сюда. В корзину зеленые. Это сюда, и это сюда. Запускаем. Ну и все. По идее, еще как-то лучше можно сделать, наверное. Не знаю как. Так, вроде нигде ничего не переполняется. Все пакеты уходят туда, куда надо. Ну, а что так долго? Сколько тут этих пакетов? А, я понял, надо релиз нажать, и пусть он, короче, все работает. Все. Здесь, короче, не хочу, да, вы можете пропускать дни, кликая на них, хорошо. Почта, ферму, да, откроем, так. Я, кстати, еще заметил, когда записывал, что какие-то подтормаживания иногда происходят.
Я, конечно же, связываю это с тем, что вот это на Java, на JavaScript это все заскриптовано. И, ну, или на подобном. И что-то у меня какой-то где-то рассинхрон происходит и подтормаживание. Поэтому я периодически буду нажимать паузу. Может, там какие-то буферы освободятся. Вот сейчас я нажму паузу. Так, нажал паузу. Смотрю, опять какая-то фигня. Что-то не успевает. Блин, подлагивает, да. Ну, я так подозреваю, потому что какие-то ворнинги идут. Так, сейчас еще раз нажму паузу. Короче, давайте смотрите, что я сделал. Возможно, я перезапущу игру. Сюда на вход отсеиваю. Круг идет сюда. Дальше, если не круг, то проверяю квадрат сюда. Ну, а если не квадрат, то это по-любому треугольник. И давайте сразу релиз запустим. Прошу прощения, если будут какие-то проблемы со звуком. Я не виноват. Компьютер, ну, ноутбук вроде, ну, не такой уж прям и древний, старенький, но чтобы не справляться с такой игрой, это, конечно же, надо уметь писать такие игры. А как ускорить этот процесс, даже не знаю. Ну, улучшить производительность. Fallout писала, Колобот писала без проблем. А здесь я смотрю, какая-то, блин, проблема. И чё? Окей, следующий. О, да, хорошо. Вот, психология толпы. Ну, сейчас мы до этого дойдем. Сейчас я нажму паузу и, наверное, перезапущу игру. 5 сек. Так, перезапустил. Пока нормально. Да, пока нормально. Так, ладно. Ваши акции. Баблишко идет. Пользователей, все такое, стартапов 1 из 4, это хорошо. Что у нас тут? Так, вот тут смотрю, FPS просела. Сюда только клацнул, и уже с 30 просела до 20. Что ж тут надо понаписывать? Более сложная структура, чем дерево решений, но может распознать больше классов. Ага, стоит 4000. Да, хорошо, пригодится. Другое. Кактус защищает от радиации. Да, ну ладно. Техника. Увеличивать размер очереди ожидания сокета на 3. Увеличивает скорость пересылки данных. Увеличивает скорость блоков. Бубен. Рентиум. Увеличивает скорость пересылки данных на 1%. 600. Ну давайте. И давайте бубен, наверное, купим. Ой, блин, у меня бы деньги... Этот бы... Остались бы на релизы. Так, ладно, идем в дерево. Реально-то клацаю, и FPS проседает. Вообще сейчас 14 FPS. Я понял. Что надо сделать? Нажму сейчас паузу. Снялся с паузы. FPS мало. Блин, это жесть, ребята. Это просто жесть. Так, сейчас на тему психологии толпы. Нам нужно научить алгоритм определять тип человека по определенным поведенческим триггерам. Это поможет оперативно выявлять опасных личностей в толпе по их поведению и предотвращать несчастные случаи. Мы выявили наборы требуемых показателей и ищем опытного разработчика для реализации алгоритма. Давайте возьмем. Ого. Ладно. У меня тут сборные. А где то, что я купил? Эй, ребята. Я же кое-что... Блин. Что это? Вот это я купил? Не. А где я купил, ребята? Я купил там, я же купил. Походу обманули. Или это надо было самому DLL-блок сделать. А, ладно, сейчас я, наверное...
18 FPS, да, мало. Блин. Так, и нам вот это все надо отсеять. Офигеть. Офигеть. Тогда начинаем вот с этого. Если кружочек, то уйдет туда. Если квадратик, то еще куда-то. А иначе это будет треугольник. Все. Дальше, если кружочек. Так, ставлю на паузу. Я смотрю, тормоза большие. Так, я перезапустил. Один фиг 20 FPS. Так, ладно, давайте я, наверное, сейчас тут поклацаю, сделаю какое-то решение, а потом вам покажу. Короче, пробовал. Не успеваю я по времени. Ну и плюс доставляет торможение. Я пришел к выводу, что лучше все-таки сделать сборный блок. Потому что. Сейчас, вот случайный лес. Потому что очень много там на поле уже это все занимает. И очень уже проблематично это все проследить. Плюс подтормаживает, плюс то да сё. Короче, поэтому я решил, что скорее всего нужно посоздавать сборные блоки. А потом их использовать. Так, вот смотрите. Тут у нас есть возможность фильтровать все, что угодно. Но это 1,3 секунды. DLL, это мы как DLL сохраним, да? Ну, здесь красный, синий, зеленый. Вот, если... А это типа тестовые данные, да? Вот, если мы сюда... Случайный лес. Красный, синий, зеленый. А дальше мы конкретно красные кружочки сюда. А что мы тут будем фильтровать? Не, это, наверное, слишком долго. Короче, я, наверное, все прекращу, потому что на самом деле... доставляет вот эти подтормаживания непонятные почему-то, пропадает весь интерес вот так вот игры. Я, возможно, на досуге сам сделаю эти блоки, а потом, если все-таки третье видео будет, то я уже покажу эти сборные блоки и там запущу и покажу, как я решал там на этих сборных блоках. Вот, то есть покажу, из чего состоит сборный блок и все такое. Потому что вот сейчас, оно, смотрю, опять FPS просело, и ничего я с этим сделать не могу. Поэтому прошу прощения, если что-то не так с этой записью. Буду в будущем стараться как-то все-таки решить эту проблему. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.